Раз, раз. А, все, работает. Здрасте. Всем привет. Так, друзья, у меня большая просьба. Я вижу, что вы все в масках. Это хорошо. Я буду без маски, как всегда. Я же не наличник. Итак, значит, какая у нас тема? Миша, привет. Какая у нас тема? Привет. Значит, у нас тема — роль шеф-повара в ресторане. Здесь все шефы? Поднимите руку шефа. Поднимите руку директора, управленца, менеджера. Ага. Ну, слава богу, хоть кто-то. Потому что это вечное все-таки противостояние. И без поддержки управляющего или менеджмента шеф не сможет раскрыться так, как надо. Ладно, начинаем. Построим нашу беседу очень просто. Я сначала вам расскажу какие-то свои взгляды и свои тезисы, а потом мы оставим небольшое количество времени на то, чтобы вы смогли задавать вопросы, я с большим удовольствием на них отвечу. Итак, знаете ли вы или нет, существует три категории шеф-поваров. Кто знает, какие категории? Объясняю. Первая категория шеф-повара — тот, который умеет готовить, но не умеет руководить. Вторая категория — который не умеет готовить, но умеет руководить. Третья категория – это меньше всего те, которые умеют делать и то, и другое. Это очень важные люди. Знаете, я шефом работаю до сих пор, правда, сейчас последние 5 лет в большей степени не у плиты, а в силе там консультаций, либо каких-то производственных настроек. Но достаточно большое количество времени работал шефом, могу сказать, и работал со многими почти всеми ресторанными группами, и не все рестораторы поддерживали мое увлечение единоличности и мое увлечение, соответственно, работы телевидением или, как говорится, пиаром. Пиаром не только себя, но и, соответственно, заведением. Единственный человек, с кем я работал, это был Аркадий Новиков, который мне сказал, что ты очень правильно делаешь, потому что если люди будут знать шефа, они автоматически будут знать и заведение, ресторан. И если людям интересен шеф как личность, того, чего мы добиваемся очень многие годы, мы смотрим все на Европу, где, да, шеф — это рок-звезды. Россия намного больше страна, и, к большому сожалению, у нас просто нет такого количества институтов, чтобы выпускать такое большое количество рок-звезд. Но и не все рок-звезды, а, проще говоря, шефы понимают вообще свою суть, для чего они существуют и что входит в понятие, ну, обзовем так, рок-звезды, и насколько шеф может влиять на ресторан. Так вот, во всем мире, почти профессиональном мире, 60% залога успеха заведения, оно состоит на базе шефа. Порядка 40% подается разным другим предпочтениям, да, как говорит Мишлен. Это, соответственно, сервис, это атмосфера и многое другое. Шеф, конечно же, это мощная личность. Мощной личностью шеф может быть только тогда, когда он сам по себе мощный, когда он понимает свою значимость. Значимость шефа, она очень проста. Шеф – это эталон. Шеф – это тот человек, на которого все должны стараться быть похожими. Знаете, я когда был простым поваром, я работал с большим количеством шефов, и почти с каждым, в большей степени шефом, работал не больше года. Я узнавал и полностью погружал всю черепную коробку шефа для того, чтобы понять суть. Потому что шеф-повар формируется после 5 лет работы, после того, как он стал шефом. Как сказал мой друг, очень известный повар Дима Шушаков, 25 лет шеф готовит то, что надо. В 30 лет шеф готовит... Нет, в 25 лет шеф готовит то, что ему говорят. В 30 лет шеф готовит то, что надо. После 40 шеф готовит то, что хочет. Понимаете, большое количество, особенно сейчас, современных шефов, коллег, я, если честно, очень достаточно иногда критически к этому отношусь, говоря о том, что многие шефы думают, что отрастили бороды, наделали татуировок, сняли колпаки и, соответственно, стали шефом. Нет, на самом деле нет. Шефом — это не значит наделать себе татуировку. Шефом — это значит
переделать свою работу в образ жизни. Это чисто мое мнение. Потому что многие шефы, ну, мы не должны работать по графику. Ну, его почти нету. Знаете, я один-единственный раз с этим столкнулся, когда работал экзекьютив-шефом отеля. Вот так меня просто выгоняли и говорили о том, что, слушай, ну так нельзя, мы весь менеджмент, да, мы должны приходить в 7 часов утра и в 5 часов вечера реально уходить домой. Люди должны работать. Я говорю, я согласен, люди должны автономно работать. Но я ресторанный шеф, я не отельный, поэтому я еще останусь, мне это хочется. Но мы тебе не будем платить. Я говорю, не платите. Мне не надо, но я не могу в 5 часов вечера уйти домой, когда вечерний сервис начинается в 7. Неважно, это шведский стол, либо это, соответственно, классический ресторан. Такого в природе не бывает. Так вот, образ жизни. Образ жизни – это значит то, чтобы не замечать ничего. Потому что, ну, что греха таить? Конечно же, мы все чем-то жертвуем. Мы жертвуем, в первую очередь, своим временем по отношению к своей семье, к своим детям. Но мы должны это компенсировать. А компенсируется это как раз с точки зрения того, что когда ты много работаешь, ты тогда правильные или адекватные деньги получаешь, если ты смог правильно договориться с работодателем. Поэтому, если вы хотите стать крутыми шефами, начните с себя. В первую очередь постарайтесь сделать так, чтобы это была не принудиловка, а чтобы это было, соответственно, отходило от сердца, от души, и вы могли своим женам, подругам или сами себе объяснить, почему вы находитесь на работе 7-0. Но при этом вы ни в коем случае никогда не должны ныть, лить сопли, слезы и многое другое при поварах. Максимум при ком это при сушефе, вы иногда еще можете сказать, что у вас все. Нахер, все, ты остаешься, я пошел домой, ты все остальное это контролируешь. Повара не должны этого слышать. Еще раз повторяю, шеф настоящий – это, соответственно, пример. Как я сам сначала сказал и узнал, есть ли здесь директора или менеджеры ресторана. Потому что, конечно же, по большому счету, с точки зрения правильной иерархии, шеф-повар подчиняется управляющему, либо генеральному директору. Это на бумаге. К большому сожалению, вот я ездил по регионам, я знаю там, что в регионах еще до сих пор это осталось, что директора, либо генеральные директора, они заведуют всем. Шеф – это маленькая пешка, и ребята боятся иногда просто-напросто взять меч, кладенец, долбануть им, соответственно, в нужное место, либо управленцу, либо еще кто-то, чтобы показать свой стержень. Но чтобы показывать свой стержень, надо тогда, по крайней мере, как мой папа меня учил, надо говорить настолько, насколько ты весишь. То есть, если ты хочешь быть самостоятельным, значит, покажи, да, иногда такое приходится, показать, либо доказать своему директору, либо управляющему о том, что ты реальная единица, реальный шеф, ты можешь управлять людьми, управлять не только кухней, но управлять и залом. И самое главное, когда ты можешь как шеф управлять и залом, и кухней, убирать враждебные вот эти кости, которые у нас всю жизнь существуют между залом и кухней, помогать кухне. Если зашивается зал, кухня должна тормозить, а не вот так вот, давай быстрее, играем в олимпийские кулинарные игры. Наша главная задача все поставить на стол, а там и хрен мы с ним. Успеет официант забрать? Нет, нам это не важно. Ребята, так нельзя. Если приходит гость и видит в кухне минус всему заведению. Если гость приходит в заведение и видит минус в сервисе, это минус всему заведению. Гость не разделяет никогда никого. Гость не разделяет кухню и гость не разделяет зал. Ему все равно, что у нас творится. Он, главное, пришел со своими деньгами. И за свои деньги он хочет получить сервис, атмосферу и, соответственно, кухню. А поддержать, как я уже говорил, вы можете только лишь своим трудом. Так вот, зачастую бывает как раз так, что, и мы это видели, фамилии говорить нет смысла, так как вы все в теме, все в профессии, вы сами знаете большое количество всех шефов.
и особенно звездочек и не звездочек. Так вот, зачастую бывает так, что люди ставят шефа и дают ему полную свободу действий. Я могу сказать, что это очень опасно. Все-таки, если бы меня иногда не ограничили, не били по рукам, я даже боюсь бы, до чего бы мы могли дойти бы в кулинарных экспериментах. Все-таки очень хорошо, что существует определенный ОТК, который может вовремя отследить, либо остановить, либо направить в ненужное русло. Знаете, в 2007 году я открывал GP-бар в Москве, Аркадий Новиков. Так вот, я тогда был мощный, у меня было креатива миллион. И я говорил, я сейчас сверну все горы. Я это уже рассказывал в нескольких интервью, когда он ко мне подходит и говорит, слушай, надо сделать салат оливье. Я говорю, Аркадий, я, Игорь, буду готовить оливье. Ты что? Конечно, нет. Он говорит, мне хочет, нет или да, ты получаешь зарплату, ты должен его сделать. Но я тебе дам один маленький совет. Гость, когда хочет съесть оливье, он стоит и думает, я хочу съесть салат оливье. А где я был и ел салат оливье, чтобы он был вкусным? Ради чего я должен вернуться к тому шефу, чтобы съесть салат оливье? Так вот, твоя задача, он мне сказал, сделать такое оливье, чтобы гость вспомнил о нем и вернулся к тебе, как шефу, за этим оливье. И знаете, он меня подловил, реально, я поразмыслил, убрал, соответственно, весь этот хлам и звезды, и корону, и понял, что даже на самом деле оно и есть. Наша главная задача – это создать не только управление, но и еду, ради которой люди будут возвращаться. Но теперь самое главное. У меня было очень много разных творческих идей. На что он мне сказал? Нет. Понимаешь, ресторанный бизнес от Европы отличается все очень просто. В Европе шеф, ресторатор и директор навязывают вкусы гостям. В России, к сожалению, не так. В России, к сожалению, нам гости навязывают вкусы. И поэтому, если ты хочешь, чтобы твоя кухня была успешна, как и впоследствии, рестораны и многие другие, кухню надо разбить на 70 на 30. В первую очередь 70 – это та классика, которую хотят видеть люди. И чтобы ты не заржавел как шеф, 30% – это твои эксперименты. Если в течение ближайших полгода-года ситуация, точнее анализ продаж, покажет определенный крен, что продается больше, классика, либо, соответственно, фантазия, тогда уже меню можно рихтовать и уже смотреть. Если ты заявился как новатор, и люди приходят на новаторство, без проблем. Уже можно переделывать этот крен, можно уже уходить от 70% классики, уходить до 40%, но не опускаться ниже 30%. Мы все равно люди, мы все равно рожденные в совке в СССР, а кто-то и родился уже в России. Я раньше думал, когда учился у французов, что французы самые консервативные гости, как и шеф. Ни хрена. Мы, русские, мы хотим есть свои щи, котлеты, борщи, бестроганы. К большому сожалению, многие ребята не понимают. Я тоже в свое время, когда стал шефом, а потом, когда еще стал знаменитым шефом, я тоже некоторые моменты не понимал. Как мне может говорить человек, который ни хрена не разбирается в еде, учить меня? А потом я просто понял, что это тоже очень важно. Гость – это тот же проводник, гость – это тот же человек, который путешествует. Да, они иногда бывают психбольные. Ну, вопросов нет, со своими там непонятными замороченными идеями. Но в целом это такие же люди, как и мы. А нас объединяет вместе с гостем одно – поиск. Поиск соотношения цены и качества. Мы же с вами тоже такие же люди, выходной день, либо после работы. Мы же хотим собраться с друзьями. Мы же не всегда хотим в выходной день работать и стоять весь день у плиты для того, чтобы угождать либо своей семье и кому-то. Мы хотим также сделать разгрузочный день и пойти также пожрать. Неважно, в пикмачку мы идем, трескаем, соответственно, либо идем в какой-нибудь ресторан.
Мы же свои деньги честно заработали. Мы приходим в этот ресторан, заказываем еду, мы начинаем замечать все плюсы и минусы, которые есть. Хорошо, когда ты на них не слишком сильно реагируешь. Плохо, когда ты реагируешь. Но в большей степени, когда ты приходишь в другие заведения, смотри как на минусы, так же как на плюсы. Но никому об этом не рассказывай. Это самое лучшее. А просто возьми, перефильтруй и просто-напросто на себя их переложи. А как у тебя в заведении? А как у тебя это происходит? Потому что вы поймите, не все, что там, хорошо здесь. Не все, что нам может нравиться, как шеф, понимаете, как с точки зрения управления, так что с точки зрения готовки. Это не все также может нравиться нашим гостям. И поэтому иногда мы начинаем искать, если вдруг что-то идет не так, мы начинаем искать проблему не в себе, а, соответственно, в ком-то. В ком-то другом. И, как правило, это официант. А у официанта, как правило, это повар. Это классика жанра. Поэтому надо жить в мире. Так вот, роль шефа, конечно же, она очень крутая, если еще правильная с тобой есть договоренность с точки зрения финансов. Зарплата – это дело очень хорошее. Но сейчас уже, если мне не изменяет последние, может быть, 5-7 лет, я не знаю, как в регионах, ребят, но в Москве это я уже знаю есть, потому что потолок зарплат у некоторых шефов, он достаточно ощутим. И поэтому многие работодатели стали заинтересовывать шефа для того, чтобы он и долго, и качественно работал в заведении. Это, соответственно, платить зарплату и платить какие-то бонусы. Либо это процент от прибыли, либо это процент от оборота, либо это процентная ставка от разницы коста. У всех разные. И я считаю, что это правильно. Хороший работодатель ресторатов, он в большей степени пойдет на это, потому что жадность порождает бедность. Но ты не заработаешь 10 рублей, а заработаешь 8 рублей. Это же тоже хорошо, но зато у тебя не будет головной боли. Потому что если вдруг у тебя начнет уходить шеф, либо смотреть по сторонам, это большой геморрой. Я вам дам один маленький совет. Я всегда, когда был наемным шефом в молодые годы, всегда приходил за повышением зарплаты, знаете, когда? В декабре. 1 декабря. Я прям в ноплях приходил и говорю: так, скоро 1 января, надо поговорить. Работодатель, о чем? Я говорю: как о чем? О повышении зарплаты. А если я не повышу? А если ты мне не повысишь, вопросов нет. Я декабрь отработаю. Но с 1 января ты начнешь свой год прекрасно. Человек сразу понимает, во-первых, если шеф решил уйти, то 30 дней он все равно уже будет работать непонятно как. А тем более еще учитывая то, что это предновогодняя психоделика, так это еще сложнее. Это же может сорваться 1, 2, 3 банкета, а потом может все вообще пойти по одному месту, который потом вообще никогда не соберешь. Но он начинает думать: в декабре я заработаю до хрена денег. Черт, надо делиться. Лучше поделиться. Поэтому, директора и рестораторы, не удивляйтесь, если кто-то из вас, точнее, 1 декабря кто-то к вам подойдет. Но шефов здесь больше, а я все-таки за нас. Поэтому, ребята, не благодарите. 1 декабря подходите и разговариваете. Меня один старый еврей научил очень мудрые поговорки. У меня были моменты, когда я немножко бывал и стеснялся. В каких-то моментах, знаете, удивительная причуда русского человека. Мы стесняемся говорить о деньгах. Мы стесняемся говорить о зарплате. Сколько вы хотите? Не знаю. Но у вас же в резюме написано, вы хотите столько-то? Не знаю. Я никогда этого не понимал. Я, если честно, всегда был другим. Но меня еврей один старый научил очень классной теме. Он говорит: Кость, если тебе стыдно о чем-то, ну это бывает очень редко, но в целом, проговори одну фразу, после которой ты можешь говорить все, что ты хочешь. Запоминайте, дарю. 5 секунд позора и обеспеченная старость. Все поняли? Все записали. Это очень важно. Ребят, мы живем одну жизнь. Мы не живем с вами, мы не кошки. Поэтому не надо стесняться. Я никогда не понимал, когда шефы, вот с кем я разговариваю, общаюсь, дружу,
мы встречаемся, он вроде очень крутой шеф, он его все знают. Но я смотрю, он грустный. Я говорю, чувак, ты что грустный? Да, то есть все, туда не хватает, сюда не хватает. Я говорю, какая у тебя зарплата? И он, когда начинает называть свою зарплату, я плакать начинаю. Я говорю, чувак, я такую зарплату с шефом получал. А как ты умудрился? Я говорю, как? Зачем жалеть работодателя? Я этого не понимаю. Поэтому, когда началась первая волна пандемии, я тоже был на самом деле не на стороне ресторатора, хотя уже давным-давно перешел на другую сторону. Как? Я всегда говорил о том, что ну сохрани, по крайней мере, генералов. Ну это же бредятина, не платить шефу. Ну, так человек, так люди устроены. Вы поймите, что когда идет война, солдаты погибают. Солдаты — это повара, шеф — это генералы. Где вы видели хоть одного генерала, который хреначил бы? Это только вот в фильмах или некоторые только ребята, да, то есть прям вообще бесстрашные. Но убьют генерала, а что с войском такое? Войско погибли. Поэтому, когда я начал узнавать о том, что во время пандемии всех закосили, я вообще был удивлен, и многим говорил, а нахрена ты тогда работаешь-то? Ты же должен себя уважать. Ты пойми, если ты хочешь быть крутым шефом, чтобы за тебя все шли и владельцы были такие, так покажи ему свое лицо в том числе. Если он не заинтересован в тебе сохранить, ну как, он же получал до этого миллионы. Что, он себе прожрал, что ли? А пандемия началась, все, что ли, деньги куда-то пропали? Ну ладно, там некоторые машины начали продавать. Молодцы, только не продали, я насколько знаю. Вот. Поэтому роль шефа, она очень важна, ребят. Но в первую очередь она важна тогда, когда вы понимаете сами, что вы являетесь крутыми шефами. И крутость, еще раз повторяю, она не заключается в том, что вы отрастили бороды и сделали себе татуировки, и одели себе вот эти вот фартуки. Нет. Крутость – это внутри. Так когда вы сами себе понимаете цену и понимаете то, что ребята, повара, они готовы ради вас на многое. И с вами они готовы на все. И, как правило, когда уходит шеф, все сразу хотят уйти с ним, потому что они понимают о том, что это их настоящий пожар. Вот когда это происходит, вы крутые шефы, поверьте мне.